Здорово, народ! В этом видео я расскажу вам о фильме «Дагон». Фильм начинается с показов того, как дайвер заплывает то в какое-то строение, и пока он натирает от пыли, встречает голую русалку, которая не то клеится к нему, не то хочет его сожрать. Что в итоге оказывается, это просто сон. Это Пол, и он, как выясняется, на отдыхе со своей бабой и друзьями пенсионерного возраста. А эта тупая баба Барбара. Почему тупая? Да потому что она хочет отдыхать и не хочет, чтобы ее мужик работал. Ведь она на древнем женском уровне знает, что деньги можно найти на дороге, а мужики нужны, чтобы просто ходить и искать, что делать. Проще простого. Делов-то. Поэтому она решает выкинуть ноут с его работой и важными файлами к Дагону. Так бы они и ссорились полфильма, если бы не услышали что-то похожее на пение. Песню «Ария Штиль», которая доносилась с того острова, на котором какой-то город. Что в итоге за короткое время нагоняет Штиль прямо со стороны острова, что в итоге бросает яхту на камни. А это Вики, и ударом об скалу ей придавило ногу. Пока Пол старается, чтобы их заметили, пуская светушку по следу крови, плывет непонятная червоточина. Дальше Барбара садится в лодку, чтобы плыть за помощью. В принципе, все так, как и должно происходить, не считая, что про них и так уже всем известно. Пока любовники стараются не утонуть на дырявой лодке, сами хозяева яхты получают удовольствие от происходящего. Сначала Вики получает массаж ноги от местных жителей, а потом ее муж решает посоревноваться в стрельбе. Дальше они все-таки доплывают до города, который кажется таким, если бы там жили только цыгане. А тут они находят церковь Дагона, и Пол вспоминает знак из его сна. Вот это поворот! Хотя такое ощущение, что в его вселенной нету такого понятия, как Дагон, и оно не популярно. Чтобы знать прикол, если видишь что-то подобное, то лучше валить, найти новых друзей с классной яхтой, чем переться туда, где можно не выйти живым. Они находят внутри священника и ведут его к пристани, где уже появилось несколько персонажей, которые вместе создают вид, что они не какие-то там обычные жители рыбацкого города, а скорее принадлежат к древнему культу Дагона, где рыбы насилуют баб и убивают мужиков. Но договорившись с людьми, рыбами, Пол отплывает к яхте, а Барбара одна идет искать по неизвестному городу отель с телефоном, где ее встречает перс, который показывает, как на самом деле должен выглядеть дворецкий Бэтмена. Нет. Где от запаха женского пота ему сносит крышу, он пытается ее соблазнить. Но поняв, что у нее слишком крепкая оборона, решает подождать священника, у кого побольше опыта в разговоре с грешницами. А Пол уже на лодке, но там никого нету. Он приплыл обратно, а священник говорит ему, что типа Барбара свалила за помощью, а он, чтобы ждал в отеле. Там, где неунывающий старается замутить теперь с Полом, но тому не нравятся носители жабры, и он идет в свой номер. Где и туалет, как в городе Фрязино, и стиль комнаты, как в 80-х годах. И вырубается, а там видит сон. Где идет Барбара, но это русалка из его того сна. И он просыпается, к тому же просыпается он вовремя. Потому что из-за запаха мужчинки на улице собрался пикет возбужденных граждан. Они его палят, и начинается цыганский штурм. Да блять, самый тупорылый финал! Где ему приходится сразу обучиться навыку ловкий палец, пока откручивает задвижки, потом вертухи Ван Дамма, чтобы выбить сраную дверь. Ну и закончить все прыжком Веры на бетон через стекло. Ну а раз все навыки были всраты, чем вкачаны, то остается еще навык тени, который позволяет стать невидимым для всех. А дальше находит бомжа, который оказывается человеком, и испугавшись изнасилования, рассказывает про все, что тут творится. Что он был сопляком и видел капитана, который плавал и кайфовал от рыбалки. И что он узнал, что можно верить в Бога и мутить бабло. И рыбу показал, что если верить в некую рыбу по имени Дагон, то можно быть богатым. Люди начали вылавливать много рыбы и золота, а потом он предложил Христу подвинуться и убил священника, чтобы стать таким же священником уже в своей вере. Но скрытая фишка такой веры была в том, что мужиков почти всех убили, а баб насиловали рыбы. Ну а вы холостой? Женаты? А парнишку оставили как шута, что всех веселил. Потом старик рассказывает, что видел, как
тащили девчонку, и что есть машина у смотрящего за городом. Но ему он и показывает, и Пол посылает старика отвлечь, а сам пытается угнать машину. Но так как он не русский подросток, то и водить, и угонять он и не умеет. И палится, что в итоге приводит его внутрь дома, и пока прячется, заходит в комнату, где спала та самая русалка из сна. Заходит туда отец, но она его не палит. Они начинают сосаться, и потом, поняв, что такое кривые ноги, сваливает еще раз попробовать спереть машину. А там, показав, что он учился драться только смотря комедии, вырубает водилу и сваливает до следующей толпы, где показывает, что было глупо на старом говне в дождь таранить что-либо тяжелее акустика. Но он, как и неудивительно, убегает и прячется в доме, но там находит паренька, который зовет деда. Но Пол хочет успокоить паренька, но мутант, подумав, что Пол педофил, решает сам разобраться с ним. Но Пол проламывает его башку крышкой от сортиры. Хули он как дурак, блядь! И сваливает, поняв, что тут лучше не заходить в дома. Но его ловят сетью люди рыбы и несут насиловать. Но пока они это не успели сделать по причине того, что кидают в общую массу заключенных, где его находят Барбара и старый знакомый бомж и Вики, который уже залетела от догона. Еще у нее нету ноги и убили мужа. Короче, баба хорошо отдохнула. А к ним идут остальные, чтобы творить с ними разные штучки-дрючки. Они пытаются перебить их, но сил не хватает. Единственное, у кого хватает сил завершить план, это Вики, которая делает себе харакири и выводит себя из истории. Далее цыгане снимают кожу с бомжа и хотят тот же прикол сделать и с Полом. Но врывается русак и приказывает его отпустить. А там он показывает, чему его научил фильм «Гладиатор» с Рассел Кроу. И гасит всех, а дальше находит место церемонии и вытаскивает Барбару из воды. Но Дагон не очень рад такому жесту и в итоге забирает ее обратно. Проблемы из-за женщин. И его жестко избивают, пока не подходит Анчоус, который говорит, что Пол его сын, а русалка его сестра. И от такой мысли, что единственное, что остается, это инцест со своей же сестрой, он достает из инвентаря канистру и начинает устраивать свой полмолив. И с криками «зажгем» поджигает себя, но русалка его скидывает вниз, где он начинает дышать уже жаб, и уплывает. Друзья, спасибо, что вы есть. Не забывайте подписываться, и всем пока.